Комиссия по внешней политике и европейской интеграции парламента одобрила кандидатуру министра иностранных дел Олега Цуля на должность посла Молдовы в Венгрии. Предложение было поставлено на голосование на заседании комиссии. Информацию подтвердили представители секретариата парламента. Следует отметить, что Олег Цуля занимал должность посла Молдовы в Венгрии в течение 2016-2020 годов, а затем был назначен министром иностранных дел и евроинтеграции в правительстве КИКУ. Кандидатура Цули должна быть принята правительством и одобрена президентом. Кто заменит его на посту главы внешнеполитического ведомства, пока неизвестно.